Слышал о парне по имени Габриэль Тош? Только слухи. Говорят, он участвовал в секретной программе по подготовке призраков особого назначения. А потом вроде как съехал с темы и ударился в бега. Я бы с этим Тошем держал ухо востро. Зазеваешься и привет. На тот свет. Я уже сталкивался с беглыми призраками. Главное, чтобы они не работали на Менгска. Донни Вермиллион, UNN, ваш первый, единственный и последний оплот правды. Сегодня наш корреспондент Кейт Локвелл приоткроет завесу тайны на двойной между отважными призраками и безжалостным невидимым противником. Спасибо, Донни. Сейчас рядом со мной находится главный доминионской программы. Насколько нам известно, вы и ваши ведете за группой. Расскажите об этом подробнее. Кейт, некоторые данные я раскрыть не могу, но в целом ситуация такова. Пью не уйдут. Их произойдет он. Я думаю, что граждане Доминиона могут спать спокойно. Ведь служба безопасности всегда стоит на страже их покоя. С вами был Донни Вермиллион. Специально для UNN. Мои ребята всегда готовы помочь. За хорошие деньги. Из чистого любопытства я провела исследование минералов с Редстоуна. Думаю, вам будет интересно узнать, что я нашла следы Джория, редкого минерала с уникальными свойствами. Я весь внимание, док. О каких свойствах речь? Джория резонирует на частоте определенных мозговых волн. В теории его можно было бы использовать для стимуляции мыслительной активности или даже для развития у людей псионных способностей. Интересно, на кой черт Тошу понадобился Джорий? Вот и наш бравый командир. А мы с тобой хорошо сработались. Что ты здесь делаешь, Тош? Ты получил, что хотел? Или у тебя есть другие предложения? Да, есть одна работенка на Белшире. Как раз для нас с тобой. Интересует? Может быть. Хотя что мне до этого? Пиратство не мой профиль. Всякий знает, что Рейнера хлебом не корми и дай подложить Менгску свинью. А я могу помочь тебе в этом. Помочь, как никто другой. Что ж, я подумаю. Считай, что ты получил временную прописку на Гиперионе. Поговорим позже. Ротосы добывают на Белшире редкий газ, который они называют дыханием жизни. Они считают, что этот газ... Вот, смотри, выглядит симпатичнее Редстоуна, правда? Обычно я стараюсь избегать стычек с протосами, если это возможно. Это не простые протосы. Это секта фанатиков, называющих себя Талдарим. Они верят в то, что Тирозин — священный дар Зелнага. Если протосы вызовут воздушный флот, они раздавят нас, как тараканов. Свон, загрузи-ка новые чертежи в базу данных арсенала и наладь производство голиафов. Если их противовоздушные орудия так же хороши, как раньше, то мы продержимся. Ладно, ковбой, сделай. Будут тебе голиафы. Как мы доберемся до Тирозина? Видишь алтари? Мистики из секты Талдарим используют их для добычи тирозина.
Подходи, добери канистры. Наши КСМ смогут донести канистры до базы. Но нужно будет защищать их от нападения. Если повезет, мы сможем улететь с добычей прежде, чем нас обнаружат Талдаримы. Ладно, приступим. Добыча тирозина, брат. Надеюсь, это немного облегчит тебе жизнь. Наши КСМ могут перевозить канистры с тирозином. Вот только чтобы отсоединить их, потребуется некоторое время. Так что не оставляй КСМ рядом с алтарями без присмотра. КСМ готов. Что происходит? Приказы будут? Я уже заждал. Зачем? Задавим их интеллектом. Окей. КСМ готов. Жду не дождусь. Так точно, сэр. Давно бы там. Пристройка завершена. Есть, сэр. Входящее сообщение. Как скажешь. Эта планета была священной землей Талдарим. Задолго до того, как тираны проложили путь к звездам. Немедленно убирайтесь прочь. Погоди, не горячись. Нам всего лишь нужно немного газа. Ты обернуться не успеешь, а нас уже и след простыл. Мы не позволим вам осквернить дыхание жизни. Воины, покарайте всех, кто осмелится прикоснуться к алтарям. Протосы приводят войска в боевую готовность. Судя по всему, они попытаются уничтожить наши КСМ во время сбора тирозина. Предлагаю собрать мощный отряд и обходить алтари по одному. КСМ готов! Чего пугаешь? Вооружен и опасен. Все понятно. Приказы будут? Режим готов. КСМ готов! Эй! Есть работенка? Есть!
Выкладывай. Что стряслось? Что происходит? Поди ж ты. Что стряслось? Доктора вызывали? Кому наверно? Выполняю. А! Чего пугаешь? Кого подлатать? Да, да. Внимание! Талдарим запечатывают алтарь стерозина. Приехали. Они запечатывают алтари, чтобы мы не могли добраться до газа. Нужно пошевеливаться, иначе мы не сможем добыть достаточно тирозина. Я уже заждался. Пристройка завершена. Вооружен я, Бак! Давай, удиви меня! Бать, я уже заждался! Кого подлатать? Приказы будут? Меня на всех хватит. Что стряслось? За твой счет. Еду.
Отдай! Приказы будут! Клеров на связи. Эй! Смелый ход, мистер Рейнер. Обходишь подвал Даря за раз. При таком раскладе нам будет сложнее отбиваться от Талдаримов. Но чем скорее мы сделаем дело, тем скорее уберемся с этой планеты. Связь налажена. Место назначения. Что происходит, а? За дело? Первая канистра у меня, сэр. Везу ее на ближайшую базу. Кому навешать? Отдавим их интеллектом. Бегом, Марс! Ой! Это! Что за спешка? Отлично. Вот и первая канистра. Я уже дождался. Требуется помощь. Понятно! Отдали мы пенсионеркам! Кому навешать? Приказ я уже заждал. Давай, удиви меня! Ты вдохнем! Улучшение завершено. Получай! Бегом, Марс! Внимание! Талдарим запечатывают алтарь с тирозином. Все понятно. Кому навешать? Прочь, вооружен. Приказы будут? Что за спешка? Окей. Кто на новенького? Требуется помощь. Давай, я уже заждался. Оставим их пенсионерка. Бегу, Мор! Что за спешка? Приказ получен. Кому навесить? Приказы будут. Вооружу. Прочь с дороги. Я уже... Недостаточно минералов. Клеров на связи. Окей, отдаем их интеллектом. Так точно, сэр. Кого подлатать? Что происходит? Кому навешать? А? Доктора вызывали? Есть работенка. Где болит? Расплат. Приказы будут? Система. Что стряслось? Каким? Давай, удиви. Клеров на связи. Задавим их интеллектом. Канал открыт. Посылайте подмогу! Входящее сообщение. Мы не позволим вам безнаказанно красть дыхание жизни. Протосы послали за вами авиацию. Защищай КСМ, иначе все пропало. Здесь снова. Давай, удиви меня! Получай! Чего пугаешь? Задавим их интеллектом. Внимание! Талдарим запечатывают алтарь с тирозином. Третья канистра. Уважаю, брат. Давай дальше в том же духе. Прочь с дороги! Понятно!
Что происходит? Большая часть канистр уже у нас. Давай, удиви меня! Я уже... Лев на связи. Приказы будут? Надерем им задницы! Вооружен и опасен! Что стряслось? Задавим их интеллектом! Точняк! Почему бы и нет? Улучшение завершено. Приказ получен! Что за спешка? Будет сделано! Окей! Приступим! Есть, сэр! Система функционирует. Какие будут указания? Кому навешать? Понятно! Давай, удиви меня! Канал открыт. А? Будет сделано. Что происходит? Водишь ты. Кто на новенького? Приказы. Сейчас рванет. Мы теряем время. Связь налажена. Я уже заждался. Приказы будут? Только свись. Канал. Выкладывай. А? Чего пугаешь? Я уже заждался. Давай, удиви меня. Кому навет? Вооружен и опасен. Опишите характер недомогания. Ложись! Требуется помощь. Надерем им задницы. Заставим их интеллектом. Вооружен и опасен. Требуется помощь. Еду. Внимание! Талдарим запечатан в Талдарь Стиразина. Кому навешать? Говори. Приказы будут? Точняк! Конечно! Бегу, марш! Вас понял! Так точно, сэр! Ну, хоть разо мной! Вооружен и опасен! Приказ получен! Что за спешка? А твои рейдеры шустрые парни. Осталась всего лишь одна канистра. Давно бы так! Надерем им задницы! Подожди! Улучшение завершено. Понятно! Все понятно! Сейчас мне будет больно! Только снизу. Кому навешать? Превосходно. Лев на связи. Канал. Связь. Приказы будут? Бегу, Марс! Отлично! База атакована. Давай, удиви меня! Ой! Заставим их интеллектом! Что за спешка? Вооружен и опасен! Лев на связи. Все понятно. Okay.
какие будут указания? Я уже вооружен, я опасен! Ура, на дороге! Давно бы так! Как скажешь! Жду не дождусь! Требуется помощь! Еду! Давай, удиви меня! Почему бы и нет? Внимание! Талдарим запечатывают алтарь стерозина. Место назначения. Оставим их интеллектом. Внимание. Талдарим запечатывают алтарь стерозина. Будет. Есть. Приказы будут. База атакована. Кому наверх? Вооружен и опасен. Сейчас рванет! Тактично. Выкладывай! Высылайте подмогу! Я уж... Давай, удиви меня! Связь налажена. Системы функционируют. Вооружен и опасен! Кому навешать? Этих безрассудных тиранов нужно остановить. Убейте их всех! Черт бы побрал этих талдаримов. Если они запечатают алтари, мы никогда не соберем газ. Отправь к алтарям своих вояк, пусть разгоняют протосов. Жду не дождусь! Там, кому наверх? Давай, удиви меня! Конечно! Превосходно! Вооружен и опасен! Меня не все говори! Приказы будут! Сейчас мне будет больно! Почему бы и нет? Давай, удиви меня! Кому навешать? Я уже заждался! Выполняю! Все понятно. Жду не дождусь. Понятно. Приказ получен. А вот и последняя канистра. Сваливаем, ребята. Похоже, мы и так злоупотребили гостеприимством. Сэр, я получил зашифрованную передачу из неизвестного источника. В ней утверждается, что Тош участвовал в секретном проекте «Лезвие тьмы». Для развития псионных способностей призраков они использовали Джорий и Тирозин. Все так. Мы фантомы. Призраки нового поколения. И когда ты собирался все это мне рассказать? У всех есть свои маленькие тайны, мистер Рейнер. Я ведь ничего не замышляю против тебя. Может быть. Но чего добивается тот, кто отправил сообщение? Мэтт, ты можешь как-нибудь вычислить источник передачи? Нет, сэр. Но сообщение заканчивается словами «Скоро увидимся». Это, наверное, Менгск. Он пытается стравить нас. Ты же не дашь ему этого сделать. Отложим разговор до тех пор, пока я не выясню, откуда сообщение. А за тобой, Тош, я буду присматривать. Ну, попробуй.